ребята, всем день добрый. Вот такой вот рынок, город Пятигорск. Посмотрим, что у нас в третьей части будет. Пойдемте сразу отсюда. Такие куры, куры, петухи. Вы держите поросят еще? Я держу. Есть? Есть. Здесь. Есть. Головатый. Есть. Месячные как раз вот стали кушать. Уже больше месяца. А почем такие головатые? По 300. Малыши вон по 200. Но они не сальные должны быть. Нет, у меня мясная порода. У меня вьетнамский. Да я помню, продавали это. Да, да. Так, здесь как смотрим. Многоперые. Широкохвостые. Здесь белые такие. И почем такие? Полторы тысячи долларов. Так, вот. Голуби, свин, вот. Самое интересное, да, на перекур, потом там выйдет. Так. Такие черные. Дома оставил такие. Да, северокавказские. Все, что здесь есть. Вот такие шейки сидят здесь. Там из-под головатых. Черные, северокавказские, белые, вот буденовский сидит. Опять же, люди гуляют. Тоже молодые здесь. Черные такие. От балериновских. И почем такие? Володя, ну, по рублю прошу. Вот там черные другие, там этот. А это чуть-чуть укороченный нос. Видите, голова такая. Угу. Немножко другая порода. Сам они там бывают. Уже там живых нет, и они мне достались как бы по наследству. Понятно. Ну, потому что для чего? Для этого, да? Ну это люди пусть. Да. Уже жарко. Я поэтому и утром. Пойду я гляну, может еще кто глупо подвез. Посмотри, плечистые. И вот это крыло пройдет. Нормально будет. Как ваша фигура? Все у нас с Армавира. Так, вот такие Армавиры. Армавиры. И почем такие белые? А, Юрий, да. Здесь Сергей. Так, Юр, Сергей, вот по 500 браво. Рублей, смотри какие. Класс. Голубка. Да. Держи на здоровье. Голубка точно, я вижу отвечай, и по вам, и по вам. Так, ну какой базар. 500, значит 500. Человек вот такие. Знает. Ладно, я так, подойду. Посмотрим отсюда. Сейчас я вот здесь цветных. Поснимаем. Ну тебе нужно. Да. Вот. Берет человек, он нужно. Мой с ним. Да при чем здесь с ним? Так, ну. Юра, телефончик. В тот раз уходил. Телефон. Ага. Не надо. Не слышно. Я скажу. Я не пойму, куда я. Я понял. Так, вот такие вот Армавиры. Телефончик я брал у Сергея, кому надо. Посмотрите. Посмотрите, город прохладный. В первой части города прохладного. Давай, Индоутки. Добрый. Чайки. Чайка.
Стольники у тебя есть? Лысые. Есть? Так, давай кролики. Назад. Или нет? Кролики. Здесь. Юра, привет. Передадим. Так, привет, Максим. Давайте. Максиму привет со Стародуб и всем голубятам. Спасибо. Так, вот такие. Дима, двинь так. Юро, самая лучшая птица в мире. Да? Ну дай бог. И почем такие самые лучшие белые вот эти? Для среднего класса. Какая разница? Ну, пускай будет по 200, по 300 рублей. Сибильные. Ну а потом ты в газету, да? Бил. Да, в интернет. Мрамор. Мрамор. Мрамор сетки. Сетка очень мелкая. Сетка очень мелкая. Там и желтомраморные, и такие. Вот здесь уже получше. Получше. Рыжемраморные, темномраморные, красные. Хозяев нет. Вот такие ребята. Так, здесь у нас кролика смотрят. Вот такие вот ленинаканцы. И почем такие ленинаканцы? По 300 рублей. По 300. Да. Добрый. А? Так, люди зовут. Вот такие утки. Шумливые. Нет. Вот. Павлины такие. Фотографии. Вот они. И почем такие? 8 тысяч голова. И перо продается. Так, это у нас овчарка. И почем такие щенки? 8. Красавы. Да. Красавы. Прекрати. С документами все? Нет? Да. Есть? Да. От отца, от матери. Такие ребята. Умнички. Умнички. Понятно. Так. Вот мрамор. 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 Темный. Белые. Белые босоногие ботинчики сидят. Здесь. То же самое, там из-под головатых один. Так. Что у нас здесь? Головатые, белые, сизые, такла. Головатых много сегодня. Хвостатые северокавказские, чернохвостые, краснохвостые. Хвостатые бакинцы. И почем такие? И ваши? По 300. 300 рублей. Монахи.
Московские сторожевые. Юрок, вот чехамбили. Это чехамбильский голубь. На сковородке с картошкой, знаешь, какие вкусы? Да, нет. Фу. Чего ты? Это чехамбили, они бесплатные. Барсучий жир. Вот этого, смотри, какого голуба, чернорядненький. Смотри, какой красавец на ногах. А ну-ка, сними его, чтобы люди видели. О, найди какой он. Найди парень. Дай. А, высокий какой. А. Ах, орел. Племенной будет. И серьезный такой, да? Ну да. Ё-моё. Он племенной будет, ребята. Через год посмотрите, какие голубята будут. Такие голубатые. А что ты за него хочешь? За него я сам себе. Хочешь голубку, пожалуйста? На улице тепло, а? У голубей тоже любовь, вот, вот такие чили светлые. Его голубь, я их взял пару. Такие птички, птички маленькие, зебрики, по-моему, называются. Видео в Ютубе будет? Да, это зебрики, да? Да, 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 да. И почем такие они? 300-350. Карел. Курочки и утки, утки дикие. Так, вот это я не знаю. Даже не знаю название. Пишите в комментариях, что за порода. Я не знаю, похоже на снегирей каких-то. Ну, если честно, я не могу сказать. Вот здесь тоже такие же. Хозяев нет. Эти, по-моему, варшавские и белые, белые благодарнинские, двухчубые. Вот они. Этих-то я знаю. Так. И петушки. Такие здоровые. Почем такие? 550. Большие. Пойдем, может, дальше. Так, вот такой мрамор. Тут мрамор, такла. И почем такие? Рубль. 1000 рублей голова. Шейки. Головатые. Головатые тоже по рублю? По рублю. Пара красношеек. В сапожках. Все по рублю. Опа! Это не я. Может, наверх ее лучше поставить? А то она так съедет. Такие головатые. Так. Попугайчики. Декоративные павлины. Павлины. Почем павлины? 500 рублей. Дутыши. А дутыш? Рубль голова. Так, здесь тоже молодежь, вот такой вот молочный головастик один сидит, пара сизошеек, пюре, пюре, такла, чили, пакистанцы и пара сизых. Так. Вот он говорит, они дают пляжку. А мне. Все, что здесь есть. Вот так вот.
северокавказские белые, красные. И почем такие белые? И 500 рублей. А чем нарды? 40 рублей. 40 рублей в облачко. 40 рублей. Так, вот они, индоутки. Вот они. И почем такая индоутка? Полторы. А вот если яйцо будет, не сможешь отправить вот людям? Именно из-под них. Это не мои яйца. А, ну понятно. Такие пара белых в сапожках. Такие. Вот они серые. Серые, мощные. А почем такие? А у вас еще что-то есть вот наподобие? Дома. А вот если человек попросит, вы яйца не смогли бы отправить? С сутями очень тяжело. Они несутся и сразу садятся. А трогать я не рискнула, потому что один раз трогала, и они иногда уходят. У меня смесь пошли вот эти. Ну, понятно. С коричневыми гуляют. Вот эти так. С коричневыми. Пойдемте дальше. Цыплята, цыплята. Молодые цыплята. Что там, что здесь. О. Это мне много одному человеку. Вот такие. Это как, Адана? Турецкая Адана. Пикирующие складчатые голуби. Понятно. И почем такие? 20 тысяч минимум пара. 20 тысяч пара. Понятно. А вы гоняете? Редкая порода. Щекатые, щекатые. А телефончик не хотите оставить? Нет. Ну килограмм, 200 рублей килограмм. Это такла Сабуни. Это такла Алтынбаши. Почем такие? Это по 1000 рублей голова. Сабуни по 500. Это бакинцы обыкновенные. Мне погоду не делаю. Все, спасибо. Так, чайка. Снегири, статуи. Павлины. Ну не в серую, конечно, да. Сегодня пугали. Препараты. А у него Юра, препарат. Да-да. Ты меня сфотографируй этому Захару, он постоянно тебя смотрит. Да. На, возьми, это самое. Может, что самое, это самое, витамин. У него там это штук С. 6. Витамин С. Одна это на литр воды. Да? Да, витамин С. Да, понятно. Приятно. Спасибо. Да, спасибо, да. Петь. Витамин С. Можешь сам, это идет, вот она. Ну, а. Витамин. Я понял. Видишь, одна какая, одна крашена, одна вот. Ага. Будем? Давай. Понятно. Спасибо. Давай, давай. Витаминчики. А. Ты на меня будешь? Я хочу, чтобы Захар, он будет смотреть твой. Да, кино. Ради бога, давай, передавай привет Захару. Захар, вот специально Юру попросил, чтобы он заснял. Домашний телефон отключил, на сотовый звони. Окей? Все нормально. Ага, спасибо. Так, вот такие сизамурые. Сизамурые. Это голубь, да? Это голубь похоже, да, я перепутал, потому что это прошлогодний, а это вот пара. И почем такие сизамуры? Это голубь? Да, это голубь. По 1000 рублей, 500 рублей. 500 рублей. 6, 500.
И чубаты, и бичубы по 500 рублей. Битком набито. Чернохвостые, чубаты. Пером есть, чисто хвостом есть, и с пером есть. Таква. Мы проставимся. Таква, это турецкий таква. Бойные, летные. И почем такие? По 1000 рублей все. 1000 рублей. Турки. А гоняете? Пригнатые, да. А вы откуда? С Пятигорска? А? С Пятигорска? Нет, с Буденовска. Буденовска. Таких тоже гоняете? Да, да, да. Это автомобаш гоняем мы. 1000 рублей голова. А телефончик не хотите оставить? Нет. Нету? Нет. Телефона нету. Черные тоже. Черные тоже по 1000? Да, да. Все штуки по 1000 рублей. Разницы нету. Как рванул, блин, он так. Так. Цветы, цветы, рассада. Так. Павлины. Павлины. Сизые. Черные тут статные, статные и попугаи. Розелы. Это кокарики, наверное. Розелы были красные. Так, продукты. Такие якобины. Тут всего понемножку. Тут и армавиры, и статные. Я вам 60 рублей. И вы. Так, люди здесь торгуют. Я записал бы мой телефончик. По поводу... Кури? По поводу, вон они, глянь, что ты фотографировал только да, сейчас. Да, вы продиктуйте. А куры тоже ваши? Ну, конечно. Ну, тогда продиктуйте. 8-988-747-53-64. Спасибо. В любое время. Голубей много, разные породы. Так, тут машина сдают назад. Вот такие индоутки. Индоутки. Мед. А? Что за прибоски? Это телефон. А? Видео снимает. А, вы снимаете? Да, да. Индоутки. И что такая стоит индоутка? Какая? Вот эта большая. Полторы. Полторы тысячи. 5000 стоит. Так. Зайчики. Так. Никак не пройти машину. Машины едут. Здесь. В общем, всего понемножку. Белые. Мрамор широкохвостый, чили. Пазаны. Пазаны. Почем такие фазаны? 2500. 2500. Какие коробки вам даем? Катаемся, упаковываем. Такие
Людей много. В сапожках. Широкохвостые. Пара чили. Рябоголовок. Так, здесь у нас черные чубатые. Такла. Какие? И что такая пара стоит? 25 тысяч. А тарелы почем? 2500. Какие? Петушки. Что это порог? Попугайчики. Тоже птички, зебрики. Ого, запел. Это твои, Игорь? Все твои? А это что за? Эпли. А это что, тоже твой? И почем такие? Штука. Штука. Куры, куры, попугаи. Там люди покупают. Вот такие волнистые. Фу, неразлучники. Ведро там, да, и вот этот парень, вот этого парня я все время по вечерам смотрел. Карелы, добрый. Очень надежный. А карелы почем? Это не мои, это его. Юра, человек снимает. Да ладно, ради бога. Он мне каждый день снимает, что ты делаешь. Подожди, ты в Заводском живешь? Ну, там сестра, да. Ну, я живу в Михайловском, рядом. Ну, Михайловск, у меня... Вот где школу взорвали. А, это в Беслане. А, нет, это в Заводском, мне кажется, заезжаешь, там школа есть. Бля, я забыл, какая улица. У меня там сеструха живет, я собираюсь все туда приехать. И никак. Ну, если что, я звякну. Хорошо. Вот такие карелы. А почем такие карелы? По 2500. Они разлучники. Желтый 1200, а эти 1800. Маска. Это привязано. Здесь тоже карелы. По 2500. По 2500. Да. Такие. Так, ну и все, ребята, на этом буду заканчивать эту часть. Спасибо, кто досмотрел до конца. Пойдемте в обратную сторону. Посмотрим в четвертой части, что будет. Спасибо. Пишите комментарии.